У меня есть несколько заданий для тебя. Если ты еще не уверен в своих знаниях, загляни в букварь. Это было не очень сложно. Следующее мое задание будет намного труднее. Это первый шаг к чтению. В этом задании тебе нужно подставить только первую букву из названия предметов, изображенных на картинках. Чтобы узнать, что как называется, кликай мышкой на каждом предмете, а потом перетаскивай в рамку ту букву, которая должна стоять в начале слова. Удивительно, Шарик, но ты с этой картинкой справился. Конечно, это именно то, что нужно. Мы с дядей Федором не зря тебя учили. Конечно, это именно то, что нужно. Мы с дядей Федором не зря тебя учили. Нет, Шарик, это слово начинается с другой буквы. Шарик, неправильно. Может быть, тебе нужно еще раз заглянуть в букварь и вернуться к этому заданию позже? Не та буква, Шарик. Шарик, неправильно. Может быть, тебе нужно еще раз заглянуть в букварь? Наверное, ты перепутал буквы. Попробуй взять другую. Нет, Шарик, это слово начинается с другой буквы. Нет, Шарик, это слово начинается с другой буквы. Не та буква, Шарик. Ничего страшного, Шарик, эту ошибку ты сейчас исправишь. Ничего страшного, Шарик, эту... Наверное... Нет, Шарик. Ты сделал все правильно, дядя Федор будет рад. Даже я не смог бы сделать это лучше. Молодец. Ты сделал все правильно, дядя Федор будет рад. Конечно, это именно то, что нужно. Мы с дядей Федором не зря тебя учили. Ну, Шарик, я и не думал, что собаки такими умными бывают. В этом задании тебе нужно подставить только первую букву из названия предметов, изображенных на картинках. Чтобы узнать, что как называется, кликай мышкой на каждом предмете, а потом перетаскивай в рамку ту букву, которая должна стоять в начале слова. Ты сделал все правильно, дядя Федор будет рад. Ты сделал все правильно, дядя Федор будет рад. Даже я не смог бы сделать это лучше. Молодец. Ты сделал все правильно, дядя Федор будет рад. Не та буква, Шарик. Конечно, это именно то, что нужно. Мы с дядей Федором не зря тебя учили. Удивительно, Шарик, но ты с этой картинкой справился. Шарик, неправильно. Может быть, тебе нужно еще раз заглянуть в букварь и вернуться к этому заданию позже?
Конечно, это именно то, что нужно. Мы с дядей Федором не зря тебя учили. Шарик, неправильно. Может быть, тебе нужно еще раз заглянуть в букварь и вернуться к этому заданию позже? Нет, Шарик, это слово начинается с другой буквы. Наверное, ты перепутал буквы. Попробуй взять другую. Конечно, это именно то, что нужно. Мы с дядей Федором не зря тебя учили. Конечно, это именно то, что нужно. Мы с дядей Федором не зря тебя учили. Ничего страшного, Шарик, эту ошибку ты сейчас исправишь. Наверное, ты перепутал буквы. Попробуй взять другую. Шарик, неправильно. Может быть, тебе нужно еще раз заглянуть в букварь и вернуться к этому заданию позже? Шарик, неправильно. Может быть, тебе нужно еще раз заглянуть в букварь и вернуться к этому заданию позже? Ничего страшного, Шарик, эту ошибку ты сейчас исправишь. Наверное, ты перепутал буквы. Попробуй взять другую. Нет, Шарик, это слово начинается с другой буквы. Не та буква, Шарик. Не та буква, Шарик. Наверное, ты перепутал буквы. Попробуй взять другую. Шарик, неправильно. Может... Ничего страшного, Шарик. Эту ошибку ты сейчас исправишь. Не та буква, Шарик. Ничего страшного, Шарик. Эту ошибку ты сейчас исправишь. Шарик, неправильно. Нет, Шарик, это слово начинается с другой буквы. Наверное, ты перепутал буквы. Попробуй взять другую. Ничего страшного, Шарик. Нет, Шарик. Даже я не смог бы сделать это лучше. Молодец. Так, Шарик, эта картинка готова. Ты поставил все буквы правильно. В этом задании тебе нужно подставить только первую букву из названия предметов, изображенных на картинках. Чтобы узнать, что как называется, кликай мышкой на каждом предмете, а потом перетаскивай в рамку ту букву, которая должна стоять в начале слова. Наверное, ты перепутал буквы. Попробуй взять другую. Конечно, это именно то, что нужно. Мы с дядей Федором не зря тебя учили. Шарик, неправильно. Может быть, тебе нужно еще раз заглянуть в букварь и вернуться к этому заданию позже? Нет, Шарик, это слово начинается с другой буквы. Не та буква, Шарик. Не та буква, Шарик. Нет, Шарик, это слово начинается с другой буквы. Ничего страшного, Шарик, эту ошибку ты сейчас исправишь. Ты сделал все правильно, дядя Федор будет рад. Наверное, ты перепутал буквы. Попробуй взять другую. Не та буква, Шарик.
Наверное, ты перепутал буквы. Попробуй взять другую. Шарик неправильно. Может быть... Ты сделал все правильно. Дядя Федор будет рад. Наверное, ты перепутал буквы. Попробуй взять другую. Удивительно, Шарик, но ты с этой картинкой справился. Наверное, ты перепутал буквы. Попробуй взять другую. Ничего страшного, Шарик, эту ошибку ты сейчас исправишь. Конечно, это именно то, что нужно. Мы с дядей Федором не зря тебя учили. Нет, Шарик, это слово начинается с другой буквы. Нет, Шарик, это слово начинается с другой буквы. Не та буква, Шарик. Нет, Шарик, это слово начинается с другой буквы. Ничего страшного, Шарик, эту ошибку ты сейчас исправишь. Шарик, неправильно. Может быть, тебе нужно еще раз заглянуть в букварь и вернуться к этому заданию позже? Ничего страшного, Шарик, эту ошибку ты сейчас исправишь. Шарик, неправильно. Может быть, тебе нужно еще раз заглянуть в букварь и вернуться к этому заданию позже? Шарик, неправильно. Может... Не... Шарик, неправильно. Не та буква, Шарик. Не та буква, Шарик. Ничего страшного, Шарик. Ничего страшного, Шарик. Эту ошибку ты сейчас исправишь. Не та буква, Шарик. Ничего страшного, Шарик. Эту... Шарик, неправильно. Не та буква, Шарик. Конечно, это именно то, что нужно. Мы с дядей Федором не зря тебя учили. Ничего страшного, Шарик, эту ошибку ты сейчас исправишь. Наверное, ты перепутал буквы. Попробуй взять другую. Не та буква, Шарик. Нет, Шарик, это слово начинается с другой буквы. Наверное, ты перепутал буквы. Попробуй взять другую. Не та буква, Шарик. Нет, Шарик, это слово начинается с другой буквы. Нет, Шарик, это слово начинается с другой буквы. Ничего страшного. Нет. Не та. Нет. Шарик. Наверное. Нет. Шарик, неправильно. Нет. Удивительно, Шарик, но ты с этой картинкой справился. Даже я не смог бы сделать это лучше. Молодец. Наверное, ты перепутал буквы. Попробуй взять другую. Ничего страшного, Шарик, эту... Нет, Шарик, это слово начинается с другой буквы.
Не та буква, шарик. Нет, шарик, это слово начинается с другой буквы. Шарик, неправильно. Наверное, не та. Не та. Конечно, это именно то, что нужно. Мы с дядей Федором не зря тебя учили. Не та. Наверное, ты перепутал. Наверное, ничего страшного, шарик. Ничего страшного, шарик. Шарик, неправильно. Ты сделал все правильно, а дядь Федор будет рад. Прекрасно, шарик. Ты скоро будешь читать так же хорошо, как и я.